В День Победы на Первом. Победа! Тебя вон сын родной растет. Каждый день беспокоишься, они тебе что, родственники? Я тебя люблю. Помнишь военно-пленных строй? Если мужчина дает слово, значит, он должен его держать. Пали знамена новых рим. Война-то уже кончилась. Ленька. Но не сдавался только он, старый вельтмайстер аккордеон. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Погоди, ты куда засобирался? Понимаешь, меня в другой оркестр берут. А по-моему, Лёля, ты мне врёшь. Диверсант. Конец войны. Товарищ майор, разведгруппа в полном составе. Готова к выполнению задания. В День Победы на Первом. Если операция пройдет так же успешно, как репетиция, вы можете рассчитать не только на награду, но и на другое отношение. А если провалится? Море! Стреляй в высоту, Григорий Иванович! Давай! Тут вдруг получилось полное совпадение интересов. Это похоже хана на мореверке. Сколько фашистов положили, а? Да втроем. Назад! Ты, разведчик! Огонь! Огонь! У вас теперь хозяин новый. Очень храбрым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии. Шпана. Выходит, наш немецкий друг дал неверную информацию. Доктор, отвяжи меня! Диверсант. Конец войны. Девятого мая на Первом. Стойте, унтер-офицер. Ваши документы. Григорий Калтыгин. Звание старший лейтенант. Должность командир подразделения. Тебе там голову? Час мне напекло. Никак нет, товарищ полковник. Но далее служить с капитаном Филатовым. С капитаном Бобриковым я отказываюсь. Алексей Бобриков. Звание младший сержант. На фронт пошел добровольцем. Когда парень погиб. Да, я взял его документы и стал Бубликовым. Смотри мне, Бубликов. Леонид Филатов. Звание младший сержант. Отличник боевой подготовки. Ну вот куда ни приедем, он все время какие-то приключения находит. Говори, когда, где и кем был Залербовым? Агентурное имя Че. Звание засекречено. Должность лейтенант. Вен, и у тебя ребятишки. Враж ваш не бывает. Значит так, готовится очень серьезная задача. Я разведчик. Ты Филатов. Диверсант. От начала и до конца войны. Об этой уникальной операции придет время, напишут в учебниках по разведке.